Если хотите улучшить мобильный интернет и связь, тогда это видео для вас. Просто зайдите в настройки, найдите сим-карты мобильной сети, выбирайте ту сим-карту, которую хотите улучшить, к примеру, вот так вот. Здесь у нас предпочтительный тип сети, видите? Заходим в предпочтительный тип сети, выбираем 3G. Это лучший сигнал и стабильный. Дальше, точки доступа APN. Выбираем вот эту вот стрелочку, попадаем в такое меню. И здесь выбираем кое-какие манипуляции. Тип аутентификации ставим ЧАП, тип APN, Default, запятая SAPL. Протокол IPv4, протокол в роуминге IPv4, каналы все ставим галочки до пункта EVDBO. Нажимаем ОК. После не забываем нажать вот эту вот секретную кнопку, чтобы все настройки, которые вы только что делали, сохранились. Просто нажмите еще и нажмите вот этот вот пункт сохранить. Все настройки сохранятся и точно так же проделайте на второй сим-карте. Вот здесь вот предпочтительный тип сети, видите, у вас 4G, 3G. И после этого перезагрузите телефон. В лучшем случае, кто для ленивых, можете вот так вот включить режим полета на несколько секунд, там на 10, а потом его выключить. И вы убедитесь, что сеть будет куда лучше. Проверяй.